Всем большущий привет! Сегодняшнее видео о моем заказе с компанией Avon. Это 11-я компания. Сделала заказ, чтобы меня просто не удалили. Вот. Обещали доставить на дом при оформлении заказа. Но почему-то мне пришлось идти на почту. Я ждала-ждала. 2 дня. Ну, то есть 2 дня я могу забирать в своем городе уже в среду. Хотя пишут, что, например, в четверг, да, надо забирать. То есть я прошарила, поняла, что в среду можно забирать. В среду не пошла. А в четверг говорили, что, значит, писали мне, что доставится курьером. Так ничего не доставили. Прождала и пришлось, забрала в пятницу. Странно как-то. Счет фактуры. Заказ небольшой, но так... Что-то интересное. Счет фактуры. Какой-то, покажите ваш приз. Изящная совместительная косметичка для твоих любимых средств. Косметичка-то, конечно, интересная. За 5 рублей. Так, это у нас... Распродажа, модная распродажа. Потом журнал 12-й компании. И там снизу еще. Так, что тут, успех в деталях. Мне понравилась эта сумка. Но что-то она большеватая, я смотрю. Многим она, конечно, не понравилась. Да, Брюс? Не понравилась многим. Я обзор смотрела на YouTube. А, это сантиметр. В виде лака. Тоже, если бы качество получше было, тоже симпатичный цвет. Такой спортивный. Что ж не открывается-то? Интересно, а почему на сайте нету? Я вот не вижу на сайте. В разделе представителя. Вот, зонтики у них плохие, отвратители. Сколько заказывала, они ломаются, выворачиваются от ветра. Так, так, череш прислали. Лучшие моменты. Пробник новой водички. Не стала его заказывать, потому что мне первый не особо понравился. Я его подарила. Так, опять какая-то распродажа. 12-я, это что, клуб ушных раковин, ушных покупок. А, умных покупок. Черти чё. Потом что тут? Еще какой-то приз. Куда? На какой компании делать заказ? А, во второй заказ Тревофеха. В 11-й компании. И каталог 11-й. Ясно, ясно. Вот эту понюхаем. Так, ну что, с чего начнем? Начнем вот с этого. У меня как раз заканчивается. Я решила попробовать новинку. Здесь свежесть хлопка. Алоэ, ромашка должна быть. В принципе, у меня вот заканчивается от их ниже фирмы. Тоже из последних новинок. Для интимной гигиены. Меня, в принципе, устроило. Я думаю, попробую еще новую. Я не знаю, они меняют просто упаковку или что. Что покупали, наверное. Мне кажется, что состав не меняется. Ну, единственное, что бывает одно кремовое, бывает, а другое гелевое, да, еще там в виде пены. Так. Гель для душа. Восхитительный сад. Конечно, я не могла не заказать, так как люблю. Но единственное, что мне не нравится, то, что они плохо смываются, тяжело смываются, остаются на теле, в общем, гели эти. А так ароматы очень нравятся. Дальше. С минералами Мертвого моря, маска гамаш для лица. Надо закрывать, а они не закрывают. Надо закрывать, конечно. Столько надавливаю, все никак не вылазит. Белая. Вот она белая. Думала, будет серая, как на упаковке, там, я не знаю, черная, зеленая. Попробуем. Далее. Шампунь. Абсолютная сила. 250 миллилитров.
пахнет. Сладкий абрикос, масло ши. У меня куда ни коснись, везде, блин, масло ши. Так, что тут еще один гель. Бразильский коктейль. 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 Лайм, ром, мята. Так. Не открывается, в общем, у меня. Освежающий гель для душа с натуральным маслом. Попробуем. Мой любимый аромат. Гранат и манго. Это просто must have этой фирмы. Спрей для тела. Далее еще одна маска из новинок. Охлаждающая маска для лица. Гималайские семена гималайской маринги. Решила маску попробовать. Вот у меня такой заказ масок. Мне кажется, вот то, что охлаждающее, сейчас на лето хорошо. Она зеленая. Даже вот видно, что гелевая. Гелевая, светло-гелевая. Пахнет, знаете, чем пахнет? Пахнет средством после бритья для мужчин. Ну, надеюсь, что это действительно нормально. Потому что, если это действительно средство после бритья, тогда это будет очень печально. Следующее. Райское увлажнение с маслом оливы, маска для лица. Тоже из старой серии. Вообще я не очень люблю масло оливы вот в кремах, когда оливки, когда в масках. Ну да пусть будет. Надо же быть в курсе событий. Она белая. Белая тоже. Еще одна маска. Маска под маска. Дальше маска для глубокого очищения кожи лица с экстрактами сибирской сосны и эвкалипта. Вот эту маску я очень хотела попробовать. Вот. Поэтому. Наверное, надо будет кому-то подарить. Масло оливки подарить, может, кому-то. Так, у нас какое оно? Очень-очень тугое. Глядь, оно густое. Еле-еле надавливаю, оно еле вылазит. Светло-зеленое. Пахнет так, как я, в принципе, и думала. Вкусно. Как и загадывала. Так, что тут дальше? Дальше у нас идет пена для ванн. Свежий персик. Свежий персик, пена для ванн. У меня персик и шампунь, и тут персик. Вот, ну это, может быть, подарю. Потому что, ну, что-то не хочется. Дитю подарю какому-нибудь из родственников. Так, лак заказала. Magic Effect. Он у меня на ногтях сейчас. У меня вот темный. А я заказала вот этот оттенок. Это светлый должен быть. Тоже такой песочный. Да, этот светлый у меня вот розовый. А это вот такого оттенка. Вот. Красивый, такой нежный. Вот так, в общем, он выглядит. Видите? Симпатичный такой, больше серо-коричневатый, я бы сказала. А вы знаете, вот по каталогу все-таки я думала, что он розоватый. Не, ну он розоватый, конечно, на солнце. Но интересно, серо-коричнево-розоватый. Вот, вот такой оттенок. Серо-коричнево-розоватый. Видите, он при переливании. Интересный. Очень даже интересно. Дальше. Ухаживающая маска для волос с экстрактами сибирской сосны и эвкалипта. Все запечатано, открывать не буду. Ну, я, наверное, уже многие видели. Вдруг она у меня долго будет лежать, чтобы не пропадала. А то у меня там есть всякие куча масел. Так, ну что, далее. А далее у нас идет такая штучка. Рус. В общем, это конжиковый спонж. Вот. Вот такая упаковка у него. Он маленький. Я так понимаю, что если его намочить, он должен будет стать мягче. Потому что сейчас он очень твердый. В принципе, давно хотела его заказать. Еще из Китая, в принципе. Смотрела на Алиэкспресс или в других сайтах там. Вот эти китайские, там, косметика корейская.
Ну, твердый, твердый очень. Как, знаете, как пластмасс. Так что вот так вот. Здесь производство Китай выпускает, оттуда они штампуют. В наборе идет такая книжечка на разных языках. Кунжек, кунжек. В общем, перед применением опустить в теплую воду на 3-5 минут, тщательно промыть и высушить после каждого использования. Спонжи затвердевает после высушивания. Опустить в теплую воду перед повторным использованием. Возможно, применить в сочетании с моющими косметическими средствами. Вот так вот. В теплой воде 5 минут держать. Понятно, теперь все. Далее, последнее. А последнее у меня вот такая туалетная вода, новинка следующего каталога. Имари, вы знаете, я думала, это парфюм, но лучше по цене понятно, что дешево для парфюма. А это, да, действительно, туалетная вода. Цитрус, цветущий жасмин и манящий ваниль для долгоиграющей чувственности. Ну что, побрызгала я. И жду. Попер запах такой, знаете, дамский. На первый взгляд кажется, что все-таки это для женщин. Не стоит, не хочет стоять. Сейчас я нюхаю. Присутствует ваниль, конечно. Ну, знаете, такой аромат все-таки на любителя. Такой женский аромат. Я бы сказала, даже вонючий. Для меня, но он далеко не цветочный, конечно. Ну что, так жасмин пахнет. Ну, мне кажется, все-таки я себе его не оставлю. Кажется, все-таки я все-таки его кому-то отдам. Ну, подарю. На стойкость пока ничего не могу сказать. Ну, не мой аромат, конечно, все-таки не мой. В общем, все, это был мой заказ. Спасибо всем за внимание и всем пока-пока.